Мужчины. Потому что инициатива от мужчин должна исходить. Ну, по-старому, вообще-то, мужчина по нашим прежним нормам. Ну, сейчас, наверное, уже по-другому. И тот, и другой вправе пригласить. Я так думаю, сейчас. А на свидание? Ну, мужчина, первый шаг. Ну, думаю, то, что нет каких-то общих правил. Если парень симпатичен девушке, то, естественно, она может его пригласить на свидание. И наоборот. Ну, мне кажется, то, что так, как вообще парень должен приглашать, но и девушка тоже может пригласить, если любит его. Ну, у нас получилось, что мы были друзьями, поэтому свидание само собой получилось. А вообще, ну, я за то, чтобы мужчина приглашал, рыцарей никто не отменял. Ваши слова, ваше мнение? Да, я согласен. Ну, мужчина, конечно. Так заведено. А ваш вариант? Мужчина, конечно. Потому что, ну, думаю, что как, если женщина пригласить на свидание, это будет как-то не так. Это будет как-то странно и уже не принято. Мужчина? Ну, потому что, как бы, я думаю, что любому мужчину будет приятнее, когда он, как бы, инициативу проявляет. Вот, как бы, ну, и женщине, как бы, тоже. Конечно, молодой человек должен приглашать. Исторически так сложилось. Ну, а если вдруг девушка проявила инициативу, как вы к этому отнесетесь? Ну... Почему нет? Ну, в зависимости от ситуации, от характера, от склада. Не знаю, один в паре бывает один поскромнее, другой посмелее. Все, кто пригласит, ради бога. Как бы вообще не важно. А вы как считаете? То, что у каждого свое мнение? Ну, я тоже считаю, что, в принципе, независимо от пола. Ну, предпочтение дала бы мужчине, потому что хочется, чтобы мужчина был все-таки сильной половиной человечества, поэтому больше к нему бы отнесла это. Прерогативу. Ну, вообще, знаете, на мой взгляд, это зависит от ситуации. То есть у кого какой характер. Если у девушки смелый характер, то и, в принципе, она может пригласить. И зависит, насколько хватит решимости у парня. По этикету вообще мужчина обязан. Должен, не обязан. Ну, а так сейчас нравы разные у каждого. Бывает всякое. Да. На самом деле, первым на свидание должен приглашать тот, кто заинтересован в этом свидании. Я считаю, что на свидание может пригласить и девушка, но вообще это роль парня. Намекнуть ему как-нибудь. Mm-hmm. Вот. Да? Ну, с другой стороны, можно и самой предложить. Мужчина, конечно. Но это определенный знак внимания, конечно, к женщине. Значит, ему нравится женщина. Мужчина. Так повелось. Мужчина... Первым должен, не знаю как. А если девушка проявит инициативу, как вы это воспримете? Положительно.